Вот. Аня, ты дура. Вот ты с кем? Я не знаю, я одна. Вот. Мы к Вировским воротам? Да. Ну, мы как бы в Голливуд. Офига. Я думала просто то, что ты именно, знаешь, типа как ездишь домой, потом к нему, домой, к нему. А ты прям живешь, офигеть. А чё это Аделина удалила аккаунт свой-то в инсте? Просто Паша от меня отписался, я такая, типа, чё за бред? Ну, типа, ну ладно. Захар. Не, не еду. Ой, стоп. Паша захотел так. В плане захотел. Ой, блин. Тихо. Саймон Раф, да, парень. Спасибо, до свидания. Короче, пошли. Hello, братва. Тихо. Она в Москве, на Пляне. Hello, guys! У меня все nice. У меня все nice. Привет, подписывайся на мой инстаграм. Пиарь себя, пока не поздно. Да, да, да. Милена! Сука. Почему у меня так много людей смотрят? Да тихо, заткнись, нельзя рекламить. У меня можно рекламить только до два. Тихо. Мы летим как будто от Гербарда. Меня, сука, зацепила твоя правда. Мы летим с тобой как будто от Гербарда. Летим. Короче, просто отдыхай на все. Отдохну на все. Ой, полиция едет. Я, блядь, эти узнаю, блядь, из тысячи. Отдыхай. Так, случилось. Смотрите, мат не демонстрировали. Ну, сори, что я ругаюсь матом. И вообще-то я разговариваю всегда с подписчиками. Привет! Если я... Вот если меня сравнить с другими участниками, я, блядь, единственная, отвечаю на все, сука, ваши вопросы. Чего? Да вы тоже боитесь, да? Чего боимся? Ну, милиция. Зачем ее бояться? А, ну, отпирайтесь, как правильно. Зачем? Да не знаю. 18 есть, наркотики не употребляем, чё остри... Походу, в твоём случае за телефон. Я с кем-то. Слушай, да присоединяйся, давай чаё попьём. Пиво попьём? Я пиво не пью. А вино? Не, вино не пью, я пью только водяру. Ладно, я шучу. Да пошел Безос на три буквы, нафиг этого Безоса, поэтому вообще забудьте про него. Я тут свои ботиночки покупала. Ты прям чисто русской стала. Йоу, йоу. Вообще мы слишком кругом пошли, если что, девочки. Я не знаю, почему мы не свернули там в начале. Да похуй. Мы гуляем, проветриваемся. Че ж нельзя снимать прямой эфир? Не, прямой важно. No. Безос жизни. Красивое, спасибо. Безос, он дурачок. Как с Безосом, как с Безосом. С Безосом хуёво. Как с Безосом.
меня половина. Красивая девочка, но очень грубая. Ну, извините меня, я вот такая вот, блин. Знаете, есть люди мягкие, есть люди грубые. Я вот отношусь ко второму варианту. Я вот мягкая. Ты мягкая, я грубая. Да ничего не должна. Ну, вот так вот. Не должна, поняли? Пойдем? Нет. Я туда, блядь, один раз там была, ноготь нахуй потеряла и больше туда не зайду. Лучше бы ты его потеряла, просто потеряла. Мне его оторвали, просто я была в Мюнхене, короче, как-то раз. И разнимала драку пацанов. Мне ноготь отхуярили. Вот этот вот, кстати, у меня просто до мяса он был. Кровь фигачила. Ну и дофигачила. Сидели мы с тобой сколько. Ебать, в среду, блядь, в Голливуд пиздец. Ты еще на проекте? Да, на проекте. Просто у меня выходной. У нас тут камера везде. Да. Ой, это мой хозяин был. Это хозяин Нимета. Мой хозяин. Это мой хозяин. Лой. Я помню. Ну вот. Мне очень понравилось ты на поляне, как будто другой человек. Но на поляне это правильно сказано. Я другой человек. Захаром, да, я общаюсь с Захаром. Ой, ебать, что это ж пиздец, посмотри сначала. Пиздец, ебаный. That's for real, блядь. Гера к Милене, а мы сами по себе. Я к тебе поеду. Милен, мы к тебе едем. Ага, сейчас, блядь. Прям пущу. Стася на полный брак. Там не приветствуется, об этом даже говорить нельзя. Наоборот, прикольно. Hello, блядь. Новое впечатление. Здорово, Тере. Тере, хомикус. Идем, блядь, в Голливуд, ёпта. Да, Захар мой любимый пацан.